Дорогие друзья, сейчас давайте встретим еще одного мужчину сегодняшнего вечера. Это Стрельников Евгений. Живой звук с точки. Профессиональный табаль и мультиперкуссионист. Основатель и руководитель единственной в Челябинске школе игры на арабских и африканских этнических барабанах «Явус Сами», существующей с 2009 года. Единственный производитель профессиональных керамических табла в России. Перкуссионист и табаль ансамбля персидской и арабской музыки «Хайям», город Челябинск. Занимается активной концертной, преподавательской и судейской деятельностью. Ежегодно официальный тренер крупнейшего международного фестиваля барабаны мира в городе Тольятти. Посмотрите, сколько титулов и званий у этого импозантного мужчины. Организатор обучающих семинаров по арабским барабанам, секретам табло-соло-импровизации, а также тренер по ритмике и табаль на семинарах по восточным танцам. Автор ряда обучающих материалов по арабским ритмам. Художественный руководитель, солист и идейный вдохновитель ритм-группы Челябинской школы этнических барабанов «Явус Сами» Евгений Стрельников. Не смог устоять за кулисами и вырвался поскорее порадовать вас своим творчеством. Евгений Стрельников, еще раз ваши аплодисменты. Аплодисменты Екатерина Игнатенко и Стрельников Евгений. We'll be right back.
Казахстан, Караганда. Евгений Стрельников, Челябинск, Россия. Гости и судьи нашего конкурса.